Всем привет! Сегодня вторая серия помойки машины. В тот раз мыли машину, и вот сама насадка, которую я использовал, фен-генератор, я использовал вот без этого, соответственно, шнурка. Без этой трубочки. Вот. В этот раз, соответственно, и пользуемся этой трубочкой и смотрим, какой результат. Потому что в тот раз результат меня не удовлетворил. Сейчас будем разводить моющие средства. Так, моющие средства используем Active Foam Pink от фирмы Grass. Так, сейчас посмотрим на пропорции разведения. Есть медная шкала, в которой можно ориентироваться. Моющая пена, значит, расход на одну легковую машину должен стоять 40-80 грамм концентрата. Перед нанесением средств необходимо разбавиться водой из расчета 8-17 грамм на литр пеногенератора или 125-350 грамм пенокомплект в зависимости от степени загрязнения. В пенокомплект это 1 литр, то есть максимум 350 грамм. 300 миллиграмм есть. Ну вот, 300 миллиграмм залили, посмотрим. Вот, сейчас тепленькой водой мы все это дело смешаем. Так, смешали. Закрываем уже вместе с трубочкой. Заворачиваем. И вторым отличием сегодняшней мойки будет то, что мы будем мыть не от центрального снабжения, а от канистры с теплой водой. То есть я припас две канистры по 10 или 15 литров. Сейчас посмотрим. И посмотрим расход. То есть будем подключаться непосредственно не к центральному снабжению, а к канистрам. Так, для этого я все-таки подключил сам шланг. Шлангом у меня является сам шланг от теплого пола, трубы теплого пола. Сначала мы включим, чтобы вода заполнила весь шланг. И после этого уже выключим и будем заполнять саму мойку.
волос сегодня, она вот сейчас оттаяла. Ну, видно, что вот самые загрязненные места вот тут были. Я на ней уже пару раз проехал. Тут уже грязь, пыль образовалась. Но вот все равно видно, что той грязи крупной нету. И не осталось вот этого. Такой вот всегда бывает, когда просто вы водой моете. Вот, под напором. Такая вот грязь крупная смывается, а вот мелкая такая, она остается тут, соответственно, вот этой вот мелкой грязи тоже нет. То есть... Итак, значит, какие выводы хочется сделать? Первый вывод по поводу использования Kärcher K2 с помощью, значит, не центрального снабжения, а с использованием баклажек. Ну, не знаю, у меня не получилось. То есть неудобно очень. Если у кого есть центральное, все-таки шланг с водой, это намного лучше, и сам напор лучше, потому что там получилось пару раз, пока у меня шланг не выскочил. Вот, там напор прям вообще чисто символический был. И мне кажется, велика вероятность спалить мотор. Вот. И по поводу, значит, самой насадки Kärcher'овской, которую я заказывал с Китая. В этот раз я использовал ее вместе с шлангом, который был в комплекте. Вот в первом видео я его просто по своему недосмотру не использовал. Вот. И, соответственно, и сделал уже концентрацию раствора уже где-то 300 мл на 900. То есть хорошая концентрация, это максимальная концентрация, которую рекомендует производитель при сильных загрязнениях, и все у меня смылось. То есть можно чуть-чуть поэкспериментировать, попробовать чуть поменьше концентрацию сделать. Вот, я думаю, тоже результат будет хороший. И, соответственно, что хочется сказать, уже делаешь концентрацию, вот, лучше пена становится. Лучше намного. То есть она сама консистенция у нее лучше, она лучше лежит, дольше лежит и уже более равномерно снимает грязь. То есть если вот в первом видео она тоже смывала, но она как стекала, и вот где она стекала, там смывалась, а где она, соответственно, местами она работала, местами нет. Тут она работает полностью и, соответственно, всю грязь расщепляет. И потом, уже когда вы смываете это все водой, то не нужен сильный напор. То есть напор вот этого Kärcher'овского хватает за глаза. То есть делал практически минимальный напор, ну, средний напор. Вот, руку не жгло. Руку не жгло. И забыл вот я включить видео, когда я делал это все. Вот, но... смывает хорошо. Главное, чтобы просто смыть вот эту всю пену, чтобы она не оставалась. Потщательнее надо это все сделать. 2-3 раза пройти машину. И еще такой совет. Если я раньше машину ставил вот поперек, как сейчас, вот. Вот тут я ставил машину, а вот тут у меня была сама мойка со шлангом и со всем. Мне приходилось машину перегонять. Вот. Мне машину другой стороной перегонять приходилось. То, значит, отец говорит, а что ты поставь машину вот так вот передом. И, соответственно, мойка у меня также на этом месте находилась. И я мойкой стал доставать спокойно и с этой стороны машины, и с правой, и с левой, и спереди, и сзади стал доставать, что, соответственно, сказалось на продуктивности работы. То есть машину не пришлось мне перегонять несколько раз, а один раз поставил и помыл уже, когда я второй раз
То есть я помыл, отъехал, а еще было не морозно, поэтому пришлось мне второй раз еще смывать вторую грязь. Вот. То есть вот так. То есть использовал я вот это моющее средство Грасс. Она стала, соответственно, вот эта пена, такой алый, розовый оттенок у нее прям розовый, что свидетельствует о том, что правильная у меня концентрация была этого моющего средства. Вот. И один раз. То есть, получается, одной бутылочки, мне 900 мл, хватило, чтобы напенить две машины. То есть, свою, вот, и семерку еще мы напенили и тоже помыли. Все хорошо там отмылось. Вот. То есть, 300 грамм, получается, концентрат хватило на две машины. Я считаю, нормальный результат. Зато не мучиться, зато не надо. Если вы делаете меньше концентрацию, то, соответственно, с первого раза она не смоет. Придется наносить второй раз, третий раз, как в первом видео у меня было. Еще пройтись губкой. Тут, соответственно, губка уже не понадобится вообще. То есть была очень сильно машина загрязнена, и, в принципе, все отмылось хорошо. Все отлично отмылось. Даже вот диски я сильно не проходил. Вот, ну, как бы сильно вообще не заморачивался, потому что они все равно скоро грязные будут опять. Вот. Ну, я уже вот проехал, это уже грязь, ну, свежая. Вот сегодня я проезжал. Ну, видно, что она все хорошо отмылась. Вот. Все вот эти вот самые проблемные места вот тут внизу, всегда вот она, вот эта вот грязь, она остается такая вот, как ее молекулярную называют, или как, дисперсная грязь. А это ушла, нет этой грязи. И главное еще потом после этого машину снять излишнюю влагу специальной тряпочкой, пройтись и высушить машину, особенно в мороз, рекомендую. Если вам понравилась эта серия, то приглашаю вас подписаться на мой канал, посмотреть и оценить другие видео, чтобы узнать, как своими руками построить и благоустроить свой дом.